В Захаровском районе области 19-летний юноша изнасиловал 37-летнюю односельчанку, которая к тому же имеет инвалидность первой группы. Ночью он зашел в жилище потерпевшей и против ее воли вступил в половой акт. Преступника оперативно задержали и доставили в местное отделение полиции. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. В содеянном молодой человек сознался и пояснил, что просто был пьяным. Подія кваліфікована за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку експертиз. Поліцейськими вживаються заходи, направлені на повне, всебічне та об'єктивне розслідування вказаного кримінального провадження.